Администрация Тольятти проверила готовность объектов, которые строятся к празднованию 50-летия выпуска первого ВАЗовского автомобиля. Это парк, посвященный юбилейной дате, две поликлиники, а также детский сад. Средняя готовность зданий более 40%. По словам подрядчиков, дошкольные учреждения планируют сдать уже в конце этого года, а медицинские – летом следующего. Завершить первый этап строительства паркового комплекса рассчитывают в декабре. Сегодня там проводится монтаж сетей теплоснабжения и водопровода. На все объекты в городе выделены значительные средства из федерального и областного бюджетов – более 1 000 000 000 рублей. У нас сейчас определен авторский надзор, заключен договор. И сейчас мы совместно с компанией-проектировщиком решаем вопросы по недоработкам проекта. Сейчас на сегодняшний день по этому объекту это самое главное, потому что подрядчик там готов выполнять большие объемы, но вопросы, скажем, нерешенные в проекте, они остались.